Так, друзья, я снова в игре, я случайно нажал не на ту кнопочку, пришлось слететь маленько. Вот. Ну, попробуем, может быть, сейчас все нормально. Вот, нам нужно идти сейчас к воротам, по-моему, да? Вот, смотрите, у нас здесь бутылочка есть, это круто. Так вот, назначить я так и не могу, да? Ладно. Здесь у нас никого вроде, да? Да, вроде нормально. Great. There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Чем-то надо перепилить. Я даже знаю, чем. Да? А вы знаете, чем? Вот я-то знаю. Так. Так, сохранение профиля или что-то там. Так, ну что? Что у нас есть из оружия? Значит, у нас здесь есть вот такой дробовик и такой. Давайте возьмем этот. Сейчас мы его... И еще граната. Ага, ну давайте сейчас сначала... Хотя давайте, знаете что, бутылку, наверное, бросим. Я думаю, она нам не сильно понадобится. Опа. Кто нас зам... Ага, это этот чувак. Ну, а тогда можно спокойно еще пробежать, я думаю. Я надеюсь, там, на той стороне, никого не будет. Здесь никто? Нет, нет никого. Вроде нет. Ну, сейчас проверим, если что. Так, а здесь у нас что? Здесь пусто. Вон там мы не посмотрели. Здесь тоже. Но здесь есть вот спичечки. И нам этого достаточно. Так. А вот здесь капканчик. Ну, здесь вообще... Положили так. Так. Ловушка. С ловушками я не хочу связываться. Постольку, поскольку я уже с этими ловушками, блин. Видимо, игра, что ли, как-то, может, не совсем правильно там проработана, что-то, я не знаю. Хотя я ловушку именно вот кликаю мышкой очень точно. Когда синенькая. Вроде ничего нет такого. То есть, когда синенькая полосочка, я кликаю по мышке, и вроде бы все проходит у нас точно. Так, гранатка. Патрончики очень круто, кстати. Давайте перезарядимся сразу, если нужно. А, ну да, кстати, почему-то у нас не перезаряжен. Странно, ну ладно. Так, здесь у нас есть что-то... Стоп. Мне показалось, там кто-то был, что ли? А, стоп, это бутылка. Нафига нам бутылка? Хотя... Ну, пошлите вниз к этому чуваку, спустимся. Нам нужно взять у него... Одолжить на время там пилу. Я тебе верну, ты сам говорил, не волнуйся. Так... Где он тут? Вот, ну, он там, там проход есть. Сейчас мы у него попросим. Так, стоп. Я лучше гранатку возьму. Какого фига? Блин, как он вышел? Все, надо валить отсюда. Что-то я это самое, аж сердце стучит быстро очень. Так, ну давай, лезь. Лезет. Тварь. Так, где наш арбалет? Блин, не туда поставил. Твой дивизию. О, нет! Не-не-не.
Не-не-не-не-не-не. Чё я сделала? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, пожалуйста, нет, стоп. Так, стоп. Сейчас мы... А, стоп, время-то не останавливается, оно только замедляется. Так, стоп, ну ладно, у нас есть вроде шанс. Так, ну-ка, как? Еще давай. Отлично, давай. Только спустись, пожалуйста. Где он там? Он вот вроде достаточно медленный. Блин, это слепоуха была. Так, а почему? Да почему слеповая-то, ёб? Чуваки, я, короче, потратил все свои долбанные ловушки. Вроде пронесло. О, чувак, привет. Давно тебя не видел. Эй, куда ты пошел? Ладно. А что ты взял-то? Бензопыла. Нам это не интересно. Так, у нас здесь есть... гранатка. Или что это? Он, наверное, спичкой подожгет. Наверное. Или нет, давайте попробуем. Да какого хрена ты спичкой поджег? Надо было факелом. Я, ну ладно, оставим пока. Знаете, что я подумал? Наверное, наш чувак, если факелом будет отбиваться, я думаю, он кого-нибудь подожжет. Как вы думаете, подожжет? Подожжет. Давайте пока сбегаем вот сюда. Здесь у нас есть такая вот штучка. Так, я видел эту лестницу. Достаточно высоковато лезть. От монстряги, от нашей мы здесь, я думаю, не спрятали здесь. Да, здесь мало места. Смотрите, туалетка. У тебя можно как-нибудь взять-то? Пичек. Патрончики и... А с туалеткой что делать? О! Смотрите, ключ. Интересно, а для чего он нужен? Слушайте, классное место, что-то тут вообще супер. А нахрена ключ нужен? Видимо, для каких-то тайных мест. Чуваки, сделаю вам совет, если вы все-таки вам, если вы собираетесь проходить это задание, вам нужно осмотреть все здесь как следует. Это первое. Во-вторых, лучше бы вам заранее сначала уничтожить всех противников. Я думаю. Ну, это я так думаю. Вы как хотите. Так, а что мы здесь прыгивать будем? Не, он здесь не хочет что-то прыгивать. Спрыгивать. Спрыгивать. Так, здесь это, то есть, лестница. Еще он, блин, полдня будет еще выходить отсюда. Давай. Так. А где мы вышли? Так, где-то... Ага, все, я знаю. Мы сюда еще не ходили. Ловушек бы здесь не было. Здесь вроде ничего интересного нету. Ну, тогда стоит пробежаться, наверное. Так. А, вот тут может быть что-то интересное. Эй, я что-то так быстро устал.
Да все, все, отдохнул, давай. Так. Самое главное здесь, чтобы никаких ловушек не было, а то место такое. Ни хрена почти не видно здесь. Так. А, бочку нельзя, да, типа? Блин, как-то вообще так идти стрёмно. Сейчас как наткнусь. Вроде ничего нет. А это что такое? А, стоп, так я тут был. Все отлично. Так, ну что, побежали. Давай вот так. Все, все. И пешочком. Теперь еще чуть-чуть пробежали. Такими рывками давайте. И все, давай. Вжом, давай. Так с собой, пожалуйста, возьми. Круто. А чё бы там подобрать надо было? А, ну все, ясно, выкинул. Так, а чё? Все, да, идем вперед. Wait, over here. Wait, officer, you must take me with you. Detective Castellanos. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. О, нет, манекены какие-то. Конечно, сохраняем, что тут у нас есть. Да, перезапишем. Так, отлично, перезаписали. Следующий эпизод. Мы посмотрим, что там у нас. Чтобы экономить боеприпасы, уничтожить врагов с помощью ловушек. Ну, это мы знаем. Так еще грамотно надо мимо ловушки пройти. Yes. Leslie was being treated here years ago. He'd come here thinking it was familiar and safe. You know where we are? Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law, you should too. I hope his brother's not a jerk too. Там что-то было, что ли? Не успел посмотреть. Так, чё, подожди. Есть много разных. Блин! Тварь, ты чё, офигел, что ли, меня пугать? Ладно, мы не сцикли, правильно, да? Ничего, нормально. Не бойся, не бойся, доктор. Но чувствую, с этого момента нас будут пугать. Так, здесь бутылек стоит. И... бам! Чё у нас? А, пилюльки. У нас уже 9000. Ни хрена я крутой. Ого, ты, пройти можно. Круто. Самое главное, чтобы здесь что-нибудь ценное. Блин, слушайте, мне кажется, нас готовят к чему-то зверскому просто. Кстати, мы потратили наш долбанный, наш арбалетик. Они взяли Нормана, его мольбы, я помню, больше не слышно. Каждую ночь остаются дети, если они являются, стану следующим добровольцем. Так, не добровольцем, просто здесь можно спрятаться. Это уже значит о том, что нам нужно, мне кажется, спрятаться. Но меня успокаивает то, что доктор с нами, поэтому с нами, в принципе, не должно ничего такого быть. Но нас явно к чему-то готовят. И смотрите, мы, у нас на арбалет. Чуваки, напишите, как поставить здесь. Я не знаю, быстрый доступ, что-то не получается. Обоймы, значит, смотрите, у нас. А, ну смотрите, нам нужно с эти с детальки. Чтобы. Во! Слеповой. Давайте изготовим. Пусть пущай будет. А так будем бегать с. С чем? Давайте. Посмотрим, что у нас тут. А это что? Ага, ну давайте вот с этим пока побегаем. А, не, бутылку пока возьмем. Правильно, фига.
Она же тоже эффективна. Ладно, давай пособираем. Ну, я почти уверен, то, что я не смогу собрать, может быть, все. Ну, не то, что уверен, но я, как сказать, не уверен в том, что я смогу собрать все, что здесь попрятали. Ладно, не будем подходить. Может, чучело, это, конечно, там что-то есть, но ладно. Я уже далеко убежал. А, надо идти, нам говорят. Так, ну ладно. Сейчас мы... Не... Да ладно тебе, чувак, я даже не бегу. А, нам чувака просто показывают. Так, ну подождите. Какой идти? Нам нужно пос... А это что такое? Майора сегодня чуть не убили. Меня выстрелили подозреваемый, за которым мы нагнали. Счастью, рядом был я. С ней будет хорошо. С ней все будет хорошо. Читайте, друзья. Здесь много чего полезного может быть написано. Так, а нам пока вроде бы... Честно, сюда можно пройти? Да, можно. Блин. Большое место. Доктор, ты со мной? Так, что тут можно было открыть? А, вот, наверное. Супер. Нас к чему-то готовят. К чему-то, точнее, сложному, я думаю. Может быть, здесь есть где-нибудь какой-нибудь... Какая-нибудь сохраниловка. О, чувак, привет. Давай поднимемся на второй этаж, потом пойдем к этому чуваку, который там... Наверное, он нам все расскажет. Зомбиков, походу, здесь не должно быть. Мне кажется. А вот ловушки могут быть. Блин, ты что, упал, что ли, так выскакивать? О, смотрите, что мы нашли. Ну-ка. А я забыл, как эта штука называется. Какой-то копье... Не копье, а что-то там световая какая-то хрень, по-моему. Погоди. Что здесь пусто, я что-то не видно там. О. Так. Все. Кто идет-то? Так, доктору, мне кажется, не стоит идти, потому что как-то вот этот глазик, который появился наверху, мне не очень нравится. Кто иди видит? Тут зомбари ходят. Ладно. Блин, доктор, ты что, упал, что ли, так палиться? Так, сейчас посмотрим. Где он там? Я его не вижу. Да чё, ни хрена не видно там? Блин, ну чё, реально меня не видел? Да. Чё-то такое мы взяли. О, топор, это круто. Так, что мы пропустили? Патроны, смотрите-ка, мы пропустили. А, давайте-ка, у нас очень их много. Может быть, вот это стоит перезарядить. О, патрончики есть. Ну, один лишний не бывает, правильно? Ладно, пошли отсюда.
Так, а что там можно? Бутылку и... О, смотрите, и вот эту еще можно подобрать, да? Отлично. Уже, по-моему, 11 тысяч или что-то такое у нас. Все, валим отсюда. Слушайте, не хочу идти к доктору, честно. Потом мы зайдем, если нам дадут шанс. Дадут возможность. А, вот может быть как правильно открывать. Дверь быстро, быстрым способом. Так, ну что. Не забыть про кого-то там. Давай, сейчас выскочу, да? Ну, приготовились, ребятки, погнали. Че, никого? Никого нет? Да ладно. А, нет, подожди, топорик надо взять лучше. Так, а что такое? О, патрончики, но их нам уже нафиг не нужны, смотрите-ка. Так, 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 что тут у нас еще? Тут, видимо, ловушка, что ли? А, это, видимо, молния. Ну. Так, тут можно спрятаться, это значит, что... He's gone down there. Пошел туда. Доктор, ты где? Киданул меня. Ладно, чувак. Не ссы, прорвемся. Так. Угу. Так, а что у нас тут? Ух ты, тут бы запас прям складов до хрена. Патроны нам не нужны. Так, зато нам... Не, нам ничего не нужно. О, вот ты где. Отлично, отлично. Надо идти. Да иду, иду. Надо два раза на пробел нажать. Контрольная. Контрольная точка. Доктор, тебе бы пушку дать. Патронами нас просто одаривают. Так. Так, 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 так. I think something's coming. Something here. Settle down. Так, сразу смотрим, что у нас по... А, есть. Слушайте, а я же гарпун где-то брал. Вот этот шин. А, вот, смотрите, вот, вот этот есть. Ладно, все равно пока возьмем. Вот этот дробовичок. А вроде десятка была. Это, наверное, на пистолете. Ой-ой-ой, это что такое? Как я его не заметил-то? Чё? А чё это такое-то? А как чё? А. Сжигаем его нахрен. И, кстати говоря, нам нужно использовать... Я думаю, шприц. Бамс. Отлично. Убираем. 12 тысяч у нас уже. Все, мы просто богаты. Да. Ой, что такое? А, это. Так, ну что, да? А что тут еще можно? Блин, что-то я пропустил, может. А. The stairs are gone. We must be collectively losing our minds. 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 Oh God, no. Rovik, it is you. Leslie, who the hell are you? No, don't follow. Ладно, не буду ходить.
What the? Доктор? Лесли? Да блин, ну что за психоз происходит? Fuck. Так, а куда нам идти нужно? Назад или вперед? Да, вперед. А, ну, ясно, у него глюки, короче. Ну все, чуваки, это уже сумасшествие какое-то. Ну ё-моё, а. Ладно, ну у нас игра закончится, я думаю, нормально. Так, ну что, давай. Наверняка ему просто все это снится. Сейчас он лежит в теплой постельке, а у него просто там, не знаю, яйца затекли, вот у него и снится такое. Вот смотрите, ловушка. Или что-нибудь еще у него там. А как обезвредить? Хм. Может, нам туда и не надо? А, вот смотрите, тут какой-то рычажок есть. Давай. Раз. Эй, ну что это было? Угу. Так, а что у нас здесь? Так, у нас здесь патрончики. Так, 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 так. Я думаю, нам... Ну, давайте сюда сходим. А что это? Не понимаю, зачем? Нефть, что ли? Ух ты. Бам. Пусто, ничего тут нет. Наверх можно подняться. Ой, не-не-не-не-не. Ошибся. Что-то я даже не заметил. Обычно все так замечаю. Интересно, что произойдет? Взорвется, что ли? Ого, смотрите-ка. Ладно. Ой. А, ну там все равно ничего интересного вроде не было. Так, это... А, все, понял. Так. И давайте-ка... Туда пойдем. Мне кажется, здесь можно залезть. Ну, я так думаю. Не, нельзя, слушайте, смотрите-ка, ну-ка давайте. Блин, рычагов тут до хренища. Вот таким вот образом мы сливаем воду. И... Ой! Так, ХП нам вроде не повредили. Будем впредь внимательным, стараемся, по крайней мере. Так, мы здесь уже были. И надо вот этот рычажок. Так, это максимум. Угу. Здесь ловушка. Что это было? Отлично, здесь ничего нет. Так, и нам куда теперь? Теперь нам вот сюда. Эй! Блин. Победить надо их. Так вот почему здесь так много ловушек. Твою дивизию. Почему ничего не взрывается? Отлично, вот и первый взрыв. Так. Быстрее. Не будем медлить. Ага, здесь тоже, смотрите, у меня есть идейка. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Сможем перепрыгнуть? Он не прыгает почему-то. Ну ладно, и такое бывает.
Не-не-не-не-не, я промазал. Давай! Out of ammo. Все, валим. Валим, валим, валим. Так, берем дробовик. Перезаряд, что ли? Этот ушел. Кто еще остался? А, все. Так, отлично. Так, ну что, нам надо идти дальше. Хотя, в принципе, можно патроны там насобирать. Давайте. Бам! Так, быстро. Нам бы прокачаться не помешало, нам бы вообще там патронов. Блин, тут по нулям, значит, у нас. Так, у нас есть еще другой дробовичок. Там у нас 5 патронов. Здесь у нас 3, 8, плюс грена и ядовитый еще лук. И у нас один шприц. Только что патронов было дофига, а сейчас вообще нету. О, контрольная точка. Так, мы бегать пока не можем. А, все, теперь можем. Какая-то блевотина здесь на стенах. Давайте-ка. А, заперто, да? Ну давай, с ноги. Обычно у тебя всегда получается. Так, а зачем мне пистолетик? Мне он не нужен. Мне нужен дробовичок. Так, бегать пока не будем. Так, и сейчас он восстанет. Спорим. По-моему, я это видел в трейлере или где-то хрен знает где. По-моему, какая-то. Сейчас у него клешни вырастут. А у нас патронов мало. Так, кстати, на пистолет. О, пистолет, отлично. Так, и давайте сразу шприц применим, потому что у нас здоровушки достаточно мало. А вот, смотрите, мы его по-любому победить должны, потому что там вот эта штучка. Ну, давай. Отлично. Стоп. Какой-то есть... А, у нас какой-то ключ был. Ёпта. Ты что сделал? Стоп, 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 подождите, у нас... У нас должен быть... Ой, ёпта! Да ты чё? Так, ладно, надо потом разобраться, чё с дробовиками делать, почему... Так, а... Такое быстрое, а? Эй, стоп, стоп, стоп. Так нечестно. Эй! А чё он так быстро убивает, что ли? Ну ладно. Ладно. Я думаю, тогда мы на этом завершим пока, да, друзья? Ну чё? Ладно, до следующей серии. Скоро вернемся.